много знать и все вам рассказать. Блиппи! Привет! Рад вас всех видеть! Сегодня мы посетим контактный научный музей для детей в Олимпии, штат Вашингтон. Идемте! Ого, только посмотрите! О, мы как будто на ферме! О, смотрите, тут есть брокколи. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Она такая зеленая. О, класс! Это морковь. Ням-ням-ням-ням-ням. Кролики ее обожают. Это оранжевый цвет. Идемте. Это у нас лук. А это початок кукурузы. Я ее обожаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что может быть вкуснее? Зеленый и желтый. Смотрите! Это мелок, которым рисуют. Ого! Вот, получилось. Я написал «Привет!» Приветствую! Пойдемте дальше. Ого! Класс! Сейчас я буду пузыри пускать. Еще раз. Эти пузыри очень большие. Ого! Поближе, чтобы лучше их рассмотреть. Ого! Смотрите, какой милый пузырик. Идемте! Ого! Смотрите, сколько веток! Это как будто жилище енотов. Идемте! Ой! Ого! Просто произведение искусства, сделанное из веток. Ого! О! Мы словно бы в западне. Идемте туда. Вот здесь проход. О! Ого, интересно, что это там? Здесь можно взять трехколесный велик. Можно мне один велосипед? Конечно. Нужно надеть шлем. И, кстати, этот шлем черный. Смотрите, этот велосипед называется трехколесным, так как у него три колеса и шины. Ого! А у обычного велосипеда два колеса. Ну ладно, поехали! Сейчас будет крутой подъем. Нужно поднажать. У меня нет сил! Ой! Иногда, если у вас что-то не получается, то следует попробовать другой способ. Например, можно сделать вот так. Между прочим, это тоже весело. Сейчас будет спуск! Я поехал! Смотрите, я еду без рук! Идите скорей! Сейчас мы попробуем построить кораблик. В этой зоне можно собрать свой кораблик. Сейчас я возьму деревянную деталь, вроде вот этой. Затем вот из этой соломинки я сделаю мачту. Осталось лишь сделать парус. Можно использовать зеленый. Продеваем и опускаем. А теперь добавим верхний парус. Розовый. Получилось! Вот, полюбуйтесь. Очень красивый кораблик. У меня одна мысль. В кораблике должен сидеть моряк. Возьмем этого или этого? Пожалуй, этот подойдет. Вот так. Как вам кораблик? Ого! Он просто корабликолепный! Смешно, так ведь? Так, а теперь возьмем огромного кальмара! Супер! Давайте туда пойдем! По
положим кораблик и огромного кальмара на стол. Ого! Посмотрите! Тут ведь миниатюрный бассейн! Сколько в нем воды! Так, прежде чем положить сюда кораблик и кальмара, я надену непромокаемую куртку. Идемте! Вот. Между прочим, это куртка желтого цвета. Мой размерчик. О, отлично. Вот теперь я готов. За мной. Итак, положим кораблик. Хотя нет, стоп. Я вижу кое-что. Из тех пластмассовых деталей мы можем сделать полосу препятствий. Готовы? Я возьму... Ну что ж, приступим. Эту поставим здесь. А вот эту здесь. Еще одну вот здесь. О! А эту тут поставим. О! Я еле достал. Они все желтого цвета. Прямо как моя куртка. Эту поставим здесь. А эту вот... Тут. Порядок. Ого. Пожалуй, теперь мы готовы. Положим кораблик и огромного кальмара в этот бассейн. Сейчас я это сделаю. 3, 2, 1. Вперед, вперед, вперед. Оу! У-ху! Скорей, скорей. Да, кальмар отстал. О нет, кораблик застрял. Давай, вперед. Поторопитесь. Он догоняет, кальмар уже рядом. Вот так молодец, да! У него получилось! У-ху! Да! Кораблик добрался до финиша. Молодец! Супер! Это дерево чудесно пахнет. И его листья... Класс! Оно очень красивое. Ого! Посмотрим, что там. Да это же песочница! Давайте в ней поиграем, скорей! Ого! Зеленое ведро! О, а это маленький зеленый самосвал! Ого! А это зеленый экскаватор! Отыщем здесь клад! Ого! Ого, смотрите! Класс! Это динозавр трицератопс! Ого! Это очень древнее животное. За мной! О, мы видели здесь маленький зеленый самосвальчик. А это очень большой зеленый самосвал. Врум-врум-врум. Похоже, это место, в котором можно загрузить наш самосвал. Смотрите. Я готов. Насыпаем груз в кузов. Ого, ого. О! У-ху-ху-ху-ху! Врум-врум-врум. О, привет. Врум-врум-врум-врум. О, а это место подходит для того, чтобы высыпать наш груз. Готовы? Бип-бип-бип-бип-бип. Вот это тяжесть! Ух ты! Нам с вами удалось высыпать очень тяжелый груз. Так держать! Ого! Смотрите, что тут! Мы словно попали в лес! Сколько здесь стволов деревьев! О, смотрите! О! Красивые растения! У, а это что у нас? Похоже, это очень старый ствол. Ого, подойдите! Только посмотрите, насколько это огромный ствол! О, ху. Вы видите животное, которое машет своими крылышками? Вот, оно там сидит. Видите? О, да! Это птица! Ого! Смотрите, что там! Так как мы в лесу... О, здесь палатка!
словно отправились в поход. Смотрите, жжет. И здесь есть поленья для костра. Вот так. А еще есть... Ого! Там зал с вакуумной трубой. Идемте! Ого! Мне очень нравится этот зал! О! Супер! Вот, мы возьмем несколько шариков разных цветов. Оранжевый, фиолетовый и желтый. А еще красный. А потом мы положим их сюда. Ой! Ого! И он полетел вон туда. Смотрите! Ого! Он уже там! Я положу еще. Готовы? Ого! Отлично! А теперь я помещу туда эти яркие платочки. Готовы? Ого! Ого! Ха-ха! Супер! А теперь я положу все эти платочки. Будет весело! Хватай! Ого! Сюда! Давайте положим еще шариков. Вот так. Отлично. Смотрите, сколько шариков. А теперь мы сделаем вот так. Есть. Вот так. Теперь шарики полетят другим путем. Так будет интереснее. Очень веселый головокружительный спуск. А? О, идемте туда. Ого! Вы только посмотрите на это! У-ху! Мне кажется, здесь можно что-то собрать из этих труб. Ого! Из них дым идет, как из дымохода. Ой! Ой! У-у! Привет! Вы меня видите? Ау! Не волнуйтесь, я здесь! Эй! С меня хватит! Ого! А что это здесь? Ого! Под этим водяным колпаком находится дым! Вы его видите? Ого! Он такой приятный на ощупь! Ощущение просто супер! Ой! Ого! У меня все руки мокрые! Интересно! Ого! Смотрите, что здесь! Ух ты! Это водоворот! Можно сказать, это водяной вулкан! Вода с огромной скоростью вращается в трубе! Так, возьмем несколько ярких шариков и положим их сюда! Готовы? Порядок. Итак, я зарядил эту трубу шариками, словно снарядами. Теперь приготовьтесь. Сейчас я открою огонь. 3, 2, 1. О-хо-хо! Супер! Посмотрите на них. Ого, вы видите, что с ними случилось? Ух ты! Так, я хочу взять еще несколько ярких шариков. Вот этот розовый, этот желтый и этот фиолетовый. Так, должно быть еще несколько. Еще один розовый. О, еще один фиолетовый. А вот и белый. А теперь приготовьтесь. Сейчас они все полетят туда. Первый пошел. Воу, воу. Смотрите вверх.
Потом они попадают в водоворот. Ого! Я запускаю эти шарики вверх, а водоворот опускает их вниз. Запустим еще пару шариков. Приготовьтесь! Ого! Хо-хо-хо-хо! Ребята, это просто супер! У-ху! Этот быстрый водоворот просто потрясающий! Класс! О, я поехал на рабочий участок. Вперед! Би-би-би-би-би-би-би-би! Уи! Ну вот, мы и приехали на наш участок. О, теперь возьмем инструменты. Эту лопату. И... Ого! Ух, это очень тяжелый кирпич. Ой! Ух. И смотрите, какой огромный валун! Ого! Ха-ха! Ладно, теперь я отнесу все вон туда. Один момент. Итак, здесь будет мой рабочий участок. Пожалуй, посмотрим, какие инструменты здесь есть. Так, отбойный молоток. Ого! А здесь, ух ты, строительная каска и защитный жилет. Ой, он очень маленький. В этот раз я не буду надевать защитный жилет. Но я могу надеть эти голубые... защитные очки! Ха-ха! Ух! Смотрите! Пневмомолоток! А это дрель! О, резиновый молоток! Ого! Это монтировка! Ух ты! Электролобзик! А это рулетка! Ого! А теперь можно... О, как хорошо, что я надел каску! Давайте установим полосатые конусы, чтобы все понимали, что мы здесь будем строить дом! Вот так. А теперь... Ой! Порядок. А еще нам нужен... дорожный барьер. О, вон тот подойдет. Надо поставить его здесь. Вот так. Продолжим. Наш строительный материал лежит здесь. Возьмем доски. Одна, вторая. А теперь положим их на пол. И... возьмем две очень длинных доски. Сделаем вот так. Получилось. О, нет. Надо вот так. Порядок. О, теперь тут. Это будет фундамент дома, который мы строим. Итак, готовы? Вы наблюдаете, а я сейчас начну строить дом. Так. О, теперь вот так. Еще пару досок. О, порядок. А теперь верхняя часть. Нет, нужна еще доска, чтобы дом был крепким. Теперь можно ставить. Ой, нужен второй элемент крыши. А, вот он. Да, последняя деталь. Ставим сюда. Вот и все. Ну, вот и построили отличный дом. Проверена прочность. Ой, о, о. Что ж, дом оказался не очень прочным. Вау! Ого! Посмотрите, где я! Я нахожусь внутри устрицы! А вот жемчужина гигантских размеров! Такая белая, блестящая и красивая! А эти мячики? Да, они как бы играют роль песчинок. Ого! Дело в том, что если песчинка... попадает внутрь устрицы, моллюску это не нравится, и он начинает ее обволакивать, и она превращается в жемчужину! Ого! Ой! Что ж, мне было очень приятно показать вам контактный научный музей для детей в Олимпии, штат Вашингтон. И мне очень понравилось, что здесь можно трогать вообще все. Ну ладно, до новых встреч! Удачи вам! Хочу я много знать и все вам рассказать.
тот, кто учится, не соскучится. Блин-блин!